Когда блюдо состоит из морепродуктов и относится к итальянской кухне, то оно просто не может получиться невкусным. Почти всегда простая технология и потрясающий вкус. Мой рецепт тому подтверждение. Обязательно прочитайте и изучите, как приготовить салат из креветок и кальмаров. Сразу можно сказать, что это блюдо содержит в себе много белка. Заправка не майонезная, а значит будет добавлен еще один интересный вкусовой оттенок только придерживайтесь всех рекомендаций, чтобы все получилось. Яйца отварите вкрутую. Нарежьте небольшими кубиками огурцы, 6 яиц и сыр. Вскипятите 2,5 литра воды. Опустите в нее перец горошком, лавровый лист и соль. Отварите в воде в течение 1,5 минут креветки и кальмаров. Затем остудите морепродукты. Салат можете уложить слоями по порциям, а можете перемешать в салатнике. Заправьте блюдо маслом, лимонным соком и солью. Украсьте половинками яиц. Приятного аппетита!